Добро пожаловать на канал «Модная стрекоза». Платье для женщины – это важный элемент гардероба, который может подчеркнуть ее стиль и индивидуальность. Платье не только придает образу элегантности, но и позволяет не думать о том, что и с чем сочетать. В этом году на модных подиумах дизайнеры показали множество разных моделей платьев – от простых и минималистичных до строгих и элегантных. Чтобы выглядеть стильно и при этом иметь в своем гардеробе только актуальные вещи, стоит изучить основные тренды этого года и разобраться с тем, какие же платья будут самыми актуальными. И сегодня мы расскажем вам про самые трендовые модели платьев этого года. Приятного вам просмотра! Самый модный крой в новом сезоне – платье-трапеция длины мини без акцента на талии. Очаровательные и немного инфантильные маленькие платья-трапеции отсылают нас к моде 70-х. Лаконичные, нежные и трогательные платья буквально покорили подиумы. С цветами, бантами или флористическим принтом, яркого или пастельного оттенка, любой из этих вариантов будет актуальным. Надев такой наряд, каждая женщина сможет почувствовать себя немного ребенком. Однако, если платье мини не ваш стиль, не стоит отказываться от такой модели. Ведь его можно носить не только как соло, но и как тунику. В тандеме, например, с юбкой макси или брюками. Это платье может стать идеальным решением в любом сезоне, для любого жизненного случая или ситуации. Еще одна популярная модель в этом году – платье на одно плечо. Дерзкое мини, универсальное миди или эффектное макси, напоминающее одеяние греческих богинь, все зависит от ваших предпочтений. Любое из предложенных вариантов будет актуальным. Можно спустить на одно плечо любое платье свободного кроя, которое уже есть в вашем гардеробе. Так вы получите трендовую модель без лишних затрат. Платье нейтрального оттенка без лишнего декора идеально подойдет для повседневной жизни. А для праздничных мероприятий можно присмотреться к более креативным вариантам. Носить асимметричное платье лучше всего самостоятельно, так как верхняя одежда или жакет легко скроют его главную изюминку. Из обуви лучше всего подойдут женственные модели – очаровательные туфли Мэри Джейн, классические лодочки, слингбеки или удобные балетки. Платье в бельевом стиле – еще одна актуальная модель этого года. Чувственная, женственная и прелестная, в этом сезоне дизайнеры сделали ставку на классические комбинации с кружевной отделкой. Струящийся шелк, тончайшее кружево, подчеркивающий фигуру силуэт, такое платье подойдет и для свидания, и в ресторан, а при правильной стилизации может стать вполне базовой моделью. Изысканные платья идеально могут дополнить как летние, так и осенние образы. Сдержанные модели в тандеме с жакетами можно носить даже в офис. В холодное время легкое платье-комбинацию можно дополнить различными вариантами нижнего слоя – футболкой, рубашкой или трикотажем. В качестве верха отлично подойдет пиджак с мужского плеча или кардиган. Платье в бельевом стиле одинаково прелестно будет смотреться с классическими лодочками или изящными босоножками, а в более расслабленном образе его можно сочетать с кроссовками или кедами. Самым актуальным трендом для женщин среди платьев стали практичные женственные платья-рубашки. Благодаря своей универсальности, такая модель платья подойдет для вечерних и повседневных образов и не потеряет своей актуальности через несколько сезонов. В меру строгое и элегантное, оно идеально сядет на любую фигуру. Практичное и универсальное платье-рубашка – отличная модная инвестиция.
В этом сезоне дизайнеры представили нам на выбор разные варианты этого платья. Классическая модель прямого кроя подойдет для любителей минимализма. Практичные варианты длиной миди или макси будут уместны и для офиса, и для особых случаев. Также можно присмотреться к вариантам с небольшим декором, например, с рюшами или стразами. Объемные модели, словно позаимствованные из мужского гардероба, создадут более расслабленный образ. Многие дизайнеры предлагают дополнять платье-рубашку брюками, шортами или юбками. Так образ получится намного интереснее и практичнее. Самый модный тренд в этом году – это женственность. Сарафан – легкое платье на бретелях, которое позволяет чувствовать себя женственной, хрупкой и изящной. Дизайнеры предложили нам огромное разнообразие этих прелестных платьев. Благодаря этому каждая женщина сможет подобрать для себя подходящую модель. Универсальное и удобное в носке – это платье подойдет для женщин разного возраста и комплекции. Сарафан – вполне самодостаточная вещь и основа образа. Однако, если дополнить образ аксессуарами, вы будете выглядеть еще более стильно и элегантно. В гардеробе каждой женщины должны присутствовать базовые модели одежды. Сарафан – это универсальная вещь, которую можно носить круглый год. Главное – грамотно подойти к его выбору. Еще одна из главных тенденций моды этого года – платье в стиле минимализм. Это уникальное сочетание элегантности, лаконичности и функциональности. Платье в стиле минимализм привлекает внимание своей чистотой линий и отсутствием лишних деталей. Они создают идеальный тандем современности и классической элегантности, подчеркивая индивидуальность и стиль каждой женщины. Платья в стиле минимализма могут быть выполнены из различных материалов, таких как шелк, хлопок, лен или трикотаж. Простота форм и безупречная посадка делает их универсальными и легко сочетаемыми с другими предметами гардероба. В этом году дизайнеры не ограничивают нас цветовыми решениями. На подиуме были показаны платья и в базовых оттенках, и модели ярких насыщенных цветов. Вне зависимости от случая, платье в стиле минимализм является идеальным выбором для современной женщины, стремящейся выглядеть элегантно и стильно в любой ситуации. Платье является одним из самых женственных и элегантных предметов гардероба. Оно может подчеркнуть красоту и очарование женской фигуры, создавая образы, которые выражают утонченность и стиль. В этом году дизайнеры продемонстрировали огромное количество креативных идей и оригинальных решений. От простых повседневных платьев до роскошных вечерних. Каждая женщина сможет подобрать тот вариант, который подходит именно ей. Надеемся, что наша подборка была вам полезной. Оставайтесь с нами, впереди еще очень много интересного. Всего вам самого наилучшего и до встречи в следующем видео.